Ты меня боишься? Меня. Ты видел, как я собаку говорю? Это будет вот такой репортаж. Вот так, Россия! Слушай, когда баба, ты ее ебешь судейство о браке или хуе? Ты больше не будешь. Никогда не будешь. Как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопа ее называй. Я рукой за трубку зацепился, потому что жопа только была на... Планочки, а ну и висели там. У меня стул. Стульчак хороший. Слава тебе, Господи, то ли теплый. Ну, не... Выпили 2 литра. И как мужики. Ты меня боишься? Меня. Ты видел, как я собаку говорю? Как людей этих говорю? Я сказал, могу любого называть, но мы голубя. Это я делаю. Любого мне называть. Вы меня тащите по жизни. Вот так. Спасибо, вы молодые. Я уже, ну, не совсем дряхлый. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это. Если он тебе дал 4000, ой, ты да, ему, да. Ты дал ему 4. Клянусь Аллахом, я с ним работать не буду. Это я покажу. Ну, пацаны. Все? Ты уже записан. 4000. Он мне дает 1,5. И говорит 3. Значит, добру. Аллах видит все. Завтра будет готов. Как я буду работать? Ёб, руками. Нет, без паспорта. Ты слушай, когда баба, ты ее ебешь судейство о браке или хуе? Иди. Завтра готов. Это будет вот такой репортаж. Ты больше не будешь. Никогда. Не будешь. Никогда. Ух. Как, Виктор, ты красиво это сделал, а? Обалдеть. Ты прям джигит. С блоком. Друг. Вот другу плохо. Ребята, вот это мы возьмем домой, только не в этой. Я прям как грудь женщины целуешь. Вот это мы возьмем домой на 3. Вина. И потом поговорим. Подписывайтесь на канал Жека, как обычно. Обычно подписывайтесь на канал Жека. Ставьте лайки, комментарии. Не ставьте ни лайки, ни комментарии. Просто подписывайтесь на канал Жека. А там как хотите. И не выйдет девочки и ноника. Вышла, иди, чиновника, рано в ранце воду брать, а за нею коза чедико, веде коня на пуво.
Знаю, знаю, дівчинонька, чим я тебе розгнівив, що я вечора із вечора кращу тебе. Що я вечора і себе вчора кращу тебе полюбив. Оба! Вона ростом невеличка, ще й руками молода. Русикоса до пояса, з боку лента голуба. Все. Во! Дальше слов не знаю. Що він з нею робив? З конем. Так, ми вже уходили з кабака. Ну как получилось? Ну вот, друзья, Виктор, новый Володя Козёл. Это уже цензурно. Надеюсь, YouTube не заблокирует мой канал. Друзья, видите, какие мы безбашенные. Ёпта, сказал бы, ёпта, мы были брать вот туда, на скамеечку. Тебе на такой крик на скамеечку. Бабах. Друзья, вот такой вот у нас веселый контент. Так, я вернулся нам. Так, меня тут как оператора. Ну, Виктор, видите, большой человек. Это не страшно ходить и снимать. Собака, главный помогер, блядь, для слепых. Дайте, вон машина едет. Заливайте по воде чары, чтоб через вечно лилося. Что хуйней, блядь? Пошли! Вон, малыш, отпускай, идем пить водку. Вон, блядь, литр вина. Друзья, вот мы с Виктором уговариваем Сергея пойти присесть. Литр вина вот там. Но Сергей потерял свой литр вина. Никак не может его найти. Пизда. Смотри, вот. Пизду мы тоже успеем, а вот едет автобус. Куда нахуй? Сереге надоело жить. Он решил догнать автобус. Дурак ты, блядь. Подожди, вы приплевели тебе. Ёбчи мать, куда ты без? Снимай твоё, пошёл нахуй. А пили как начиналось. Давай на лавочку сядем, выпьем. Подожди. Вот так, Россия, Украина. Все, Сергей нас покинул. Брат! Дай мне вино. Ты не расстраивайся, Витя. Ну что, пацан убегает, да? Он испугался просто твоих размеров. Да ебал на все размеры. Ну это, мне кажется, он уже не хохол, он больше москвич. Нет. А москвичи обычно такие пугливые.
Меня смотрят, наверное, москвичи, я думаю, на меня за это не будет отписок. Подожди. Все-таки он чего-то испугался, друзья. Чего-то он... Это не похоже на встречу двух, двух земляков. Друзья, заведение называется «Восточная сказка». А скажи, пожалуйста, адрес, как сюда людям добраться? Здесь очень вкусно. Улица, третья подлесная, дом 14. Вино обалденное. Вино, я такое в жизни не пробовал. Вот я сколько живу, 37 лет, и впервые попробовал настоящее вино. Мы которым... выпили 2 литра. Как мужики тебе. Да, да. Еще и баб напугает. Обалденный хлеб. Сыр очень вкусный, все очень вкусное. А самое главное? Долма, долма обалденная. С бараниной, да? Уважение. Вот. Моя собака не дура. Спасибо. Друзья, приходите, правда, здесь очень вкусно, гостеприимно, хорошая музыка играет. Ну, а музыку слышно? И немножко, и приятные люди. Ну, один человек уже ушел, не очень приятный, но... Украинец причем. Нет, он не украинец. Он 30 лет прожил в России. И что-то фундосил за Украину. Поэтому, друзья, приходим вот еще раз в это заведение. «Восточная сказка» называется. А какая это станция? Извини, пожалуйста. Станция как называется? Новоподрезка. Скажи погромче. Новоподрезка. И еще раз вот адрес. Новоподрезка, улица, третья подрезка, это дом 14. А остановка? Вот тут, через дорогу. Как остановка называется? Здесь вторая подрезка. Друзья, на выходе из кафе я обнаружил, что у меня нету паспорта и кошелька. Я немного пьяный, веселый, но уже, наверное, не такой веселый. Скорее всего, это Сережа, который ушел, больше это, никого рядом не было. Пиздец. Взял мой паспорт и кошелек, в котором было не так много, сейчас, повторюсь, 1000 рублей, но все равно как бы это деньги. И это документы. Какие большие документы? Документы – это большие деньги. Так, поэтому я думаю, Сережа, если смотришь это видео, я иду с этой записью в полицию, и ты увидишь себя в новостях. Еще раз. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. Еще раз. Я прошу прощения. Пидорасов, прошу не подписываться. Это ясно. Мне так противно. Я думал, что он друг. На украинском языке разговаривается. Разговаривает. Мы выпили. Хорошо. Это ничего не пропало? А что мне нужно? У меня пропал кошелек. Где и есть душа? Пиздец. Нет. Ну, деньги тоже небольшие, рассчитаться за вино. Ёп, килыма. Ребята, так жить нельзя. Даже если ты нищий, скажи и дадут. Ну, только скажи, что я не могу заработать уже, не могу. Но не летай ничего, не летай ничего. Скажи, я не могу заработать. Любой даст, любой. Потому что Бога не хватает. Отвечаю за свои слова. Это было 5 лет назад, когда строили церковь. Были леса. Я дурак с баяном забрался, где вот черная полоса, и играл на баяне. Батюшка подумал, что это невероятно. Но он меня снимал, но я ж тоже боялся. Я рукой за трубку зацепился, потому что жопа только была на планочке, а ноги висели так. Из комментариев тут нельзя. Правильно. Батюшка сидит. Иоанн. Настоятель вот этой церкви. Он сам снимал. Ну я не герой. Просто... Не понимаю.
пошли кушать. Курицу, пиво, волю поднять. Николая. Пойдем, можно. Это не я приду. Вот я прихожу и ухожу. А вот это дерево, то есть, кстати, наверное, покажи вот так. Вот так покажи. Он стоит уже много лет. И если поставить любого из нас, стоять хотя бы 3 дня, обосрется. Серьезно сказал. Он стоит уже. Молодец. Простите. Хотите, не простите. Показал, вот. Вот оно. Вот же. Блять, подожди. Тротуар. Вот. Все. Он стоит, а мы просто ходим, бегаем. Думаем, что мы умные? Нет. Против дерева любой дурак. Любой дурак против этого дерева. Ну вот мы ходим, ищем паспорт, не можем найти мой паспорт, там был портмоне у меня, кошелек, там у меня права водительские, удостоверение, вернее, водительское. Там у меня также полис медицинский страховой был, также у меня там карты были, не буду какие банки называть, но были карты, много карт, это долго времени займет. Вот мы с Виктором ходим, ищем, ничего не нашли. Наверное, все-таки тот тип где-то далеко их выкинул. И зовут его вовсе не Сергей, а как-то по-другому. А почему ты считаешь его по-другому? Ну, потому сказал, что... хоть Володя, хоть Коля, какая взгляда. Мы его документы не смотрели. Но прикинулся пьяный, выпил мало, пришел трезвый. Взял, как это? Ну, не важно, что он взял. У нас было литр вина. Ты вообще не пил днем. Ну, да. Вообще не пил. Литр вина, потом это. Мы взяли литр вина. И литр взяли, я хотел, чтобы ко мне пошли домой. Но он прикинулся пьяным. И сразу резко, ну, видно же на этом, как он ушел. Да мне сразу, вот. Друзья, мне сразу рожа, даже не лицо, а рожа. Тебя, говоришь, Сергей зовут, вот я тебе на Ютубе передаю привет, пусть эта страна посмотрит. Кстати, если кто-то будет пострадавший, вот вам будет человек, если вы в нем его опознаете, от его деяний, как вы можете обратиться в правоохранительные органы. Все зафиксировано на видео, вернее, не все, но больше в зале никого не было, кроме нас троих. Да, но я отходил, а ты где был, когда я отходил по поводу соседа курить, на воду? Курить раза три я отходил. Он оставался сам, я не могу. Но видео будет видео видно, что человек, конечно, сложно его назвать человеком после этого, что он
подсел к моей куртке, к моей парке, вот которая сейчас, которая висела на стуле, постоянно на нее косился. То есть человек уже, я сейчас видео пересмотрел, человек уже думал, наверное, как бы это ему залезть в чужой карман. Но дурак поэтому... не знал, что там не миллион, а два. Пришел я в полицию, в полиции мне говорят, что это постоянный клиент, но камера почему-то у них не работает в зале, где мы сидели, хотя, по идее, камеры должны быть везде. А в каком я отделении полиции? Волжанинов. А, точный адрес? Синявинская, дом 11, что-то так. Вот, друзья, вели вышестоящие органы. Прошу обратить внимание, что сотрудники полиции так вот себя ведут, говорят то, что, кстати, съездили за 5 минут до кафе, хотя до него добираться на машине как раз минут 5 только в одну сторону отсюда, где я был в отделении. За 5 минут они успели съездить туда-обратно и всех допросить. То есть это вам странно, вам это не кажется? Вот так у нас полиция работает в городе Москва. Черкизово, да? У нас здесь. Волжаниновский район. Волжаниновский район. Деревня бывшая Черкизово, остановка. У меня плохо, мы вчера еще отравились с Виктором. Давай. Или курицей, или вином, непонятно чем. Так. Вот, и извиняюсь, что у меня такой вид не очень веселый, скажем. Как вид? Ну, веселый, да. Веселый у меня теперь не, будет не скоро. Так, мих. Сейчас все будет хорошо. Все будет хорошо. Как что-то прояснится, я еще сниму видео. Потом буду монтировать ролик. Ты покажи природу, какая хорошая. Швейцария отдыхает. Смотри, какое дерево и вот тяга. Вот. А это гриб-паразит. Дерево, она. И нам тоже скоро придет она. Чагу очень тяжело найти. Настоящую, да. Которую на терочке пропускаешь, и на котельной. Красивые дома, красивая природа. И это осень. Это еще не зима. Я люблю такую погоду. Вот люди ходят, улыбаются. Нет, украли. Украли паспорт. Украли паспорт. Ну, где ты уже? Где там уже он лежит? Ну, все. Друзья, а сейчас мы с Виктором, ну, вернее, я, вот, буду искать помойки, свой паспорт. Да ну, все помойки будем обыскивать. Вот такая вот помойка. Ты покажи, здесь какой он, парк красивый. Вот. Паспорт мой тоже красивый был, Виктор, но паспорта нету. Конечно, сюжет, я думаю, прикольный. Не у всех каждый день пиздят паспорт с документами. У меня же там регистрация, кстати. У меня прописки нет, у меня регистрация. В Москве, московская регистрация. Не ехать теперь к дальним родственникам в Москву за своей копией регистрации. Восстанавливать паспорт. Вот. И, друзья, у меня полная жопа. Так, сейчас еще я в помоечке посмотрю. Сейчас, друзья, еще в помоечке. Я теперь как бомжик. Без документов лазю по помойкам. Вот. Так. Ну, здесь. Извиняюсь, за пальцы здесь нету. Это уже, наверное, 20-я помойка, которую мы с Виктором проверили. Вот. Виктора я не стал снимать, как он лазит. Позорить. А себя решил засветить. Ну, я считаю, это не позор. Люди пранки снимают в туалете. Кроты, раз. Вот, ты покажи, какой проход вот. Дерево упало. Я буду сейчас идти, а ты покажи. Ну, рост у меня приличный. Я вот так показываю жопу. Мою жопу показываю. Я вот так. Так тебе иду неплохо. Домой. Можно или нет? Ну выходи. Во, правильно, правильно, попал на фотосессию. Это мой друг, лучший после Гитлера. Слушай, а ты писал? Нет. Ладно. Виктор, поделись нашей бедой. Беда, беда, слышишь? Вчера были в этом, в жопе, ой, ну,
как она называется? Восточная сказка. Восточная сказка, ну жопа ее называют. Слушай, пришел мужик, сейчас мы тебе покажем. Украинец вроде, туда-сюда. Мы взяли литр вина. Да не нормально, посидим, там еще салат, сырный салат. Ты предупредишь, что это просто блогер. Этот белый. Слушай, дальше. Нормально все. Он подошел, взял эту, тоже такие там. А мне он не понравился, тебе говорил. Потом меня не послушал. Ты человек, который всех приглашает в гости, Виктор, это такой вот человек простой. Да. А я не простой. Ну, да. А я взял, нет, не взял. Он к нам сел. Я хотел, чтобы рядом, нет, рядом, сбоку сел. Тоже взял вина. Ну, тоже не пьяный. Ну, я выходил, там танцевал чуть-чуть на одной ноге. Тут раз, там, выходим, распрощались. Он говорит, у меня паспорт. Паспорт и там, ну, 1000 рублей было. Короче, карман легкий, а у меня с одной стороны паспорт и кошелек. Понимаешь? И вот мы ходим, лазим ищем. Ну, сейчас мы тебе покажем. Может, ты его знаешь. Он сказал, ну, хохол. А-а-а. И постоянный тут, ну, ты что, людей видишь? Понимаешь? А что, у нас тут Сашка только, который, ну, ты знаешь его. Я только что с ним был. Я только что, ну, ёпта, ты что? Ну, да. Я только что у него был, тем более, что он не пьёт. Так, ладно, конец съемки. Сейчас я буду говорить. Скажи, друзья, подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Жека. Будет весело. Мы завтра еще что-нибудь попили. Не знаю, чем это. Ну, то, что мы ели курицу и вино пили. Ну так, а чем я? Нам стало плохо. И тебе, и мне. Я пропоносился, а ты проблевался. Нет. У меня такой организм, что если я пью вино, много, а я выпил литра 2, наверное. Ну, 1.5 точно выпил. То, потому что литр сам, а 2 литра втроем. Но и отец у меня также. Вот на второй день просто идет, организм не принимает вот вино. То это я на вино не грешу, вино вкусное. Ну что ж, а я просрался. Народ, извиняюсь. Курицу тихо ночью жрал. Не знаю, что ты прожрался. Я. У меня стух. Стунтяк хороший. Слава тебе, Господи, то ли теплый, но не у меня. Все, конец съемки, конец, 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 работать.